И мой первый вопрос. Сегодня в Казани был дождик. Было пасмурно. Это испортило тебе настроение или нет? Everything's good. If God wants the weather, it's weather. No problem. In the rain, no weather. Ну, вы сами поняли. Он говорит, какая разница? Погода есть погода. Даже дождик. Он готов биться в любую погоду. И еще один вопрос. То, что касается боя. Профессиональный вопрос. Ты с самого начала боя начал охотиться за ногой своего соперника. Наносил мощные лоу-кики. А в конце четвертого раунда остановил эти попытки? Ты прекратил эту охоту? Ты понял, что она безрезультативна? Because his legs was hurt, and I trained for it. My trainer said to me, if you fight with Erkan Farol, it's a good boxer, but you have to kick his legs, and then his body, and then you win. And you have seen, I win. Yes. В общем-то, я старался использовать эту технику большую часть боя, потому что мы с тренером обсудили. И он пообещал мне, что это приведет меня в конечном итоге к победе данной техникой. Ну и как вы видите, я победил. Да, мы видим. Друзья, давайте поздравим. Поздравим этого парня с великолепной победой. Thank you very much. Congratulations. Мохаммед Медхар, The Rock.